С Новым годом, ребята! Итак, пришел наш 2023 год. Всех поздравляю. Ну что, ребята, рассказывайте. Че загадали в новогоднюю ночь? Знаю я все. Похудеть заказали. 100%. Хочу похудеть. И сами наедайте на салатики, на шубку, на оливье, на крабовый. И что заказали? Деньги заказали, промундир, а сами на работе работаете. По 12 часов. За зарплату 35 тысяч. Без роста и без возможности. Или что там еще заказали себе? А, да, если кстати, неприятно меня слушать, можете выйти. Потому что, правда, глаза лежат. Что там еще они заказывают обычно? Все заказывают. Заняться спортом заказывают. Но они не начинают. Нет Нового года, ребята. Нужно деть. Сейчас и сейчас. Хочешь похудеть? Худей. Берешь и кушаешь правильное питание. Хочешь зарабатывать? Ищи возможности. Они только в интернете есть. Сердечко плохо, да? К врачу пошли. А врачу сказал. И прописал кушать вариантов. Почему? Нужно кушать правильное питание. Хоть быть здоровым. Иди твой образ жизни. Вот и все, ребята. Здесь секрет. Нет Нового года. Есть здесь и сейчас. Хочешь, действуй. А это все, что вы там загадываете. Оно не забудется. Нет, визуализация штука, конечно, сильная. Но при визуализации, ребята, нужно еще действие. Не тогда захотели, ничего не делать. Ну, теперь я хочу лечь на диван, хочу жениться. И не искать, когда я хочу денег, и какие-то возможности. Вот если ты визуализируешь и ищешь возможности, они появляются. Если ты хочешь похудеть и визуализируешь себя стройным, но при этом кушаешь правильно питание, ты становишься стройным. А если просто лежишь животом и лежишь, ты не станешь стройным. Это не Новый год. Сейчас и сейчас. Хватит бежать шубу и мимозу. Начинай спортом и будешь здоровым, как я.